Сегодня в историческом факультете Мариупольского государственного университета состоялась презентация книги «Добробаты». Наш город стал вторым после Львова, где она была представлена. Книга была написана на основе 60 интервью. В частности, среди интервьюируемых были Арсен Аваков, Дмитрий Ярош, Александр Турчинов. Над трудом работал коллектив авторов, среди которых не только журналисты, но и социолог, писатель и военный психолог. К сожалению, мариупольцы среди авторов не оказалось. Представлять книгу в нашем городе приехала журналистка Вероника Миронова. Она как раз писала главы, посвященные нашему городу. Затем у Мариуполя она взялась случайно, после рассказа друзей о тех событиях, которые здесь происходили. По ее словам, выход книги был обусловлен счастливым течением обстоятельств. Мы с Василисой Трофимовичей, еще вот с несколькими коллегами, обсуждали, что нужно что-то написать, потому что в последнее время очень негативная волна информации о добробатах. И вообще в информационном поле, ну это вот сейчас некрасиво, их пытаются вытеснить из информационного поля, как явление, как феномен. И мы говорили о том, что нужно как-то вот что-то делать, чтобы это зафиксировать. Потому что публикации в онлайн-СМИ, они теряются, они уходят, да, они недолговечны, надо что-то делать другое. А в это же время нам звонит издатель, с которым я работала ранее, писала у него первую книгу, это издательство «Фолио», и говорит о том, что МВС хочет написать, ну, хочет дать информацию для написания книги о добробатах. И тут вот мы сошлись на этом моменте. На презентацию книги пришла и директор управления культуры Мариупольского горсовета Оксана Гринько. Она отметила, что эта книга уникальна тем, что дает возможность получить информацию о событиях АТО из первых уст. Для Мариуполя, по ее словам, это особенно важно. Ну, до сих пор действительно не все в Мариуполе осознают, что здесь было, как это было, потому что информация поступала урывками какими-то, плюс было очень много непонятного, что происходило. Я так понимаю, что вот эта книга – это первый такой грунтовный способ собрать воедино максимум информации о том, что здесь было. К слову, в книге 570 страниц. Выпущена она в харьковском издательстве «Фолио», которое является одним из крупнейших в Украине, тиражом в 2000 экземпляров. На презентации все желающие могли приобрести книгу за 150 гривен. Но мариупольцам повезло, поскольку несколько экземпляров было подарено городским библиотекам. Так что все желающие узнать больше информации о добробатах могут совершенно бесплатно.